В СПбГУ прошла лекция директора лаборатории математических алгоритмов компании Huawei в Париже. Мируан Деба рассказал студентам об искусственном интеллекте и его использовании на мобильных устройствах. Huawei, это, как вы знаете, большая компания, разрабатывающая решения, связанные с переводом облака на девайс. И я буду объяснять сдвиг облачного искусственного интеллекта к мобильному искусственному интеллекту. По прогнозам Мируана, к 2030-му искусственный интеллект будет встречаться почти на всех используемых нами устройствах. Студенты смогли заглянуть в будущее и понять, чему учиться, чтобы соответствовать времени. Мне очень интересно машинное обучение, искусственный интеллект. Ну, особенно мне интересно искусственный интеллект на мобильных девайсах, потому что с ним была связана тема моего диплома. На лекции студенты смогли не только утолить жажду знаний, но и задуматься о будущей профессии. Представители компании рассказали, как получить стипендию от Huawei или даже попасть к ним на стажировку. Я сюда пришла, потому что меня интересует разработка для мобильных устройств, так же, как и вся компания Huawei, так же, как и сотрудничество с ними и, возможно, будущая даже стажировка там. Возможно, кто-то из петербургских студентов сделает следующий шаг в развитии мобильного искусственного интеллекта. И тогда фантазии о будущем, отраженные в фильмах и книгах, воплотятся в реальность. Юлия Копыльцова, Денис Сосин, Иван Смольников, медиацентр СПбГУ.